Ой-ой-ой, что это у вас тут происходит? Этот мальчик совсем обнаглел. В этом парке мы договорились с моими друзьями встретиться. А где они? Да еще не пришли. Ты подожди меня возле какого-то аттракциона, я пойду билеты куплю. Хорошо. Отойди отсюда, мальчик. Моя очередь кататься. Не отойду. Я старше тебя. Мне 4 года. Мне тоже 4 года. И тебе 4 года. А я вообще-то видеоблогер. Что? Ты блогер и я блогер. У меня есть канал на YouTube. И у меня есть канал на YouTube у меня. Я заняла очень давно. Все равно я первый пойду. Нет, я. Нет, я. Нет, я. Нет, нет, я. Нет, я. Нет, я. Нет, я. Нет, я. 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 Ой-ой-ой, что это у вас тут происходит? Этот мальчик совсем обнаглел. Эта девочка сюда пришла и ругается. О, Камиль, привет. Привет, Артур. Вот эта встреча, класс! А так что, вы знаете друг друга? Да, мы договорились встретиться с Камилем и Аминой. Видим, вы тоже уже познакомились. Давид, это Амина, Амина, это Давид. Все. Пожмите друг друга руки. Все, пошлите гулять. Какой твой? Я взял. Да говорю же, мой. Отдай быстро. Посмотри, сколько много. Бери там. Мне че, не нравится. Я хочу вот этот. Ладно, ладно. Все равно ты будешь бояться. Я? Да ты сам будешь бояться, потому что ты еще маленький. Чего это я маленький? Я завысь из тебя. Думай, свысь. Давай померимся ростом. Одинаковая. Но все равно я выше, потому что у меня вот эта штучка. Это не считается. Это как у телепузика. Чего это, как у телепузиков? Если ты такой занудный, то я с тобой никогда не буду играть. Стоп, стоп, стоп. Тяжелая. Артур. Артур, понеси мою плюшку. Давид, ну что, долго тебя ждать? Я первая. Ты просто раньше поехала, а быстрее я ехал. Проиграл? Так и скажи. Чего это проиграл? Вообще-то мы не на перегонки ехали. О, смотри, Давид и Амина нашли уже общий язык. Пошли их забирать. Пойдем. Пошли. Пошли. Ну что, съедим мороженое и пойдем гулять. А теперь кто быстрее съест мороженое? Сейчас.
Какое у меня вкусное мороженое. Не то, что у тебя. Во-первых, у нас одинаковое мороженое. Нечего хвастаться. Это точно. У нас с Камилем самое вкусное мороженое. Да. Да, серьезная качеля, как раз для младших. Да. Мы с тобой на какую-то крутую зону пойдем. Let's just do what you want to. Please don't be polite, 'cause I like your attitude. Let's forget about a curfew, 'cause all that is stuck in my head. It's me and you. Pulse speed in my heart is racing, but I'm not sure I wanna pace it, 'cause it only does this with you. Our bodies meet, I can feel the tension. Move us into the next dimension. Let's just let our bodies be true. Кататься на машинку? Да! Пошлите. Поехали. А ну, дави. У вас слишком маленький рост, вы не можете здесь кататься. Так что, мы тоже из-за них не пойдем? А чего это вдруг мы из-за них не должны кататься? Подождут, постоят, мы же их ждали. О, тогда круто, пошли. О, вот этот вот аттракцион классный. Пойдем все вместе. Ничего. Может, я с тобой буду дружить. Идем дальше гулять. Классно, что они уже подружились. Да, это супер. А мы даже и не ссорились. Да. Ну что, классно повеселились? Да. Друзья, напишите в комментариях, какой ваш любимый аттракцион. Подписывайтесь на канал Кикидо и Boys and Toys. Пока! Пока! Всем пока!